Маслихат уходит в отпуск, но перед длительными выходными последняя сессия, решающая судьбу целого района. В Абайском районе не было акима несколько недель. Кто станет новым главой, должны решить депутаты. Основная кандидатура предложена. Я предлагаю кандидатуру Шакиры Султанхана, который занимал должность руководителя Департамента агентства по делам государственной службы. Родился 23 февраля 1971 года. Шакир Султанхан зарекомендовал себя как ответственный работник. Удачи вам! Абайский район густонаселенный, в Шымкенте, и проблемных вопросов там немало. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Шакира Султанхана. Сам новый аким пока не стал комментировать свое назначение, но пообещал быть открытым. Поздравляю. Два слова. Вообще у вас район очень сложный. Давай попозже. Нам нужно, вот на что будете говорить. Сегодняшняя сессия была итоговой. Этим летом народные избранники на месяц прекратят активную деятельность. Отпуска у них нет, равно как и зарплаты. А вот работать с населением и чиновниками они должны. Шудин Саидов, Давран Абдиев, Абзал Турабеков. Информационная служба телекомпании «Отрар».